знаю, кто ты. Тот адвокат, семью которого они убили. Не они. Мой отец. Надень. И теперь ты на них охотишься. Адиос. Это картель помог террористам добраться до границы. Спокойно, спокойно! Президент внесет наркокартели в список террористических организаций. Хотите пойти до конца? Придется испачкать руки. Так мы вас затем и пригласили. Ты нам поможешь начать войну. С кем? Со всеми. На этот раз никаких правил. Ты должен был начать войну между мексиканскими наркокартелями, а не с мексиканским правительством. Девчонка присутствовала при выполнении задания? Так точно. Мы рискуем, если она попадет не в те руки. Избавься от нее. Я этого не сделаю. Не ставь меня перед таким выбором. Ничего не поделаешь. Мне нужна штурмовая группа, два вертолета, ударные дроны. Где переворот? В Мексике. У тебя нет причин мне доверять. Но только так ты сможешь уцелеть. Удачи. По эту сторону границы она не живет.